Всем привет, с вами Сонька Лам, и в этом видео я хочу вам показать и рассказать вот это. Иногда нам в школе дают просто очень ужасную еду. И сейчас вы посмотрите на этот пример. Извините, а что это? Ешь! Ты что? Я сказала, быстро ешь! Ладно, ладно, без обид только, хорошо? Я думаю, что именно такие ситуации в вашей школе и вашей столовой очень часто происходят. Давайте уже ближе к теме. В этом видео я решила для вас сделать один такой перекус, потому что много перекусов, мне просто не хватило фантазии, а чужие идеи я не хотела воровать, и вот как-то так получилось. И надеюсь, вам это понравится. Для этого мини-перекуса вам понадобится соломка и любая шоколадка. Ложите шоколадку на тарелку, а затем в микроволновку. Если вы поставили шоколад в микроволновку надолго, то не рискуйте ставить еще на больше, если вы видите, что он до сих пор в своей форме. Лучше возьмите ложку или вилку и его потрогайте. Так вы поймете, что шоколад расплавлен. Дальше доставайте соломку из коробки и намазывайте эту соломку, собственно, шоколадом. Ну, у меня получилось как-то так. Дальше положите соломку в холодильник, если вы ложите на ночь, или же лучше в морозилку, если вы ложите утром. Я вам дам такой небольшой совет: если сейчас осень или весна, то вы лучше берите в школу вместо разных конфеток, там, разных леденцов, лучше берите свежие фрукты и ягоды, пока они еще есть. Сейчас мойте и режьте все фрукты, которые у вас есть дома, и ягоды. Только ягоды крупные, это как голубика, малина, клубника, виноград. У меня уже готова соломка, и сейчас я делаю что-то похожее на шашлык. Вот такие фруктовые шашлычки у меня получились. Еще по собственному желанию вы можете на шашлычки положить шоколад и снова разогреть в микроволновке. И у вас выйдет что-то похожее на шоколадный фонтан. Но вариант с шоколадным фонтаном в школу лучше не брать, его лучше взять на пикник или же для домашнего блюда. На сегодня было все. Если тебе это видео было интересным и оно тебе понравилось, то не забудь поставить огромный пальчик вверх больше меня и подписаться на мой канал. Пока!